Стардисканция – любимое растение домашних питомцев. Особенно сильно ее любят кошки. А все потому, что цветок богат полезными веществами. И так и манит пушистых друзей. Представитель семейства камелиновых в природе встречается в тропическом и умеренном поясе Америки. Традисканция, наверное, самое популярное растение и точно стояло у вас на подоконнике и слушало все ваши разговоры. А в народе его так и прозвали «бабьи сплетни». Традисканция – очень неприхотливое растение, поэтому оно прекрасно живет просто, вот какая у нас температура в квартирах, вот то ей и подходит. А традисканция любит, очень любит свет, но свет должен быть обязательно рассеянный, то есть южное окно ей не подходит, восточное, северное даже. Или же западная кошка. Влажности воздуха цветок абсолютно не требует, поэтому если у вас в доме жарко и сухо, ничего страшного, растение все равно будет себя прекрасно чувствовать. В период вегетации растение нужно поливать обильно, но дождаться, пока просохнет верхний слой земли. Во время зимовки дожидаемся, пока высохнет весь земляной ком, и только тогда поливаем. А если растение зимует в тепле, дожидаемся, пока высохнет 1/4 земли. Подкармливать цветок нужно в весенне-летний период 2 раза в месяц. Органические и минеральные удобрения используйте по очереди. Но пестролистные сорта традисканции лучше кормить только минеральными. Традисканцию пересаживать можно 1 раз в год, а то и реже. Она совершенно тоже не требовательна к этому. И грунт ей подходит универсальный. Но если вы хотите побаловать свой цветочек, то можете сами замешать торфосмесь. Соедините 2 части дерновой почвы, 4 лиственной, 2 перегнойной и 1 часть песка. Размножается она тоже очень просто. Или черенком. У нее даже на обратной стороне листа сразу видно такие вот жаждущие корешки, которые уже хотят просто в землю. Можно даже отрезать вот веточку, кусочек веточки, положить на землю, ну, например, какой-нибудь там шпилечкой пришпилить, чтобы она не поднималась. И она даст вот такие сразу корешки, будет сразу много таких традисканций. Также размножить растение можно делением куста. Традисканция быстро развивается и выпускает много кустиков, которые можно разделить и посадить в новые горшочки.